Всем-всем огромный привет! Хочу снять вторую часть своих пустых баночек, которые не вошли в первую часть, потому что их оказалось слишком много. Говорю я слишком долго, и поэтому время я слишком затянула. Давайте я сейчас покажу вам, что же еще закончилось у меня за последнее время. Многих любимчик это гель для душа от Yves Rocher Jardin du Monde. Я вообще хочу отметить у Yves Rocher вот эту линейку, именно вот в этих вот, ну, в симпатичных маленьких баночках. Настолько вкусные ароматы, настолько классные ароматы. И вообще, на мой взгляд, у Yves Rocher это просто король ароматов. Вот эта фирма, эта компания, молодцы. У них что цветочные ароматы замечательные, вот таких вот зеленая линейка есть, где ландыш, сирень, цветущая там вишня, да, вот эти вот роза, настолько вот они натуральные. И то же самое могу сказать вот по аромату кофе. Если есть те, кто вдруг еще любит кофе, но не пробовал ни разу купаться с гелем для душа вот бразильским кофе, вот именно этим, то вы многое потеряли, попробуйте, вам понравится. Еще одно средство уходовое, которое закончилось. Кстати, мне этот гель для душа тоже приходил в подарок от Гульнарочки, Гульнара Мигдеева. Гуленька, спасибо тебе огромное и большой-большой тебе привет. Следующее, что я хочу показать, это вот такое расслабляющее густое масло для тела. Это действительно оказалось масло от Organic Kitchen. Мои любимые черненькие маленькие баночки. Несколько девочек мне присылали эти баночки. Именно это приехало от Иринки. Ирина Манинья Яричана, так называется ее ник на Ютубе. Тоже у нее свой канал есть. Ночь перед Рождеством. Органическое масло какао, корица и свежий кардамон. Настолько вкусный для меня оказался аромат. Тут чуть-чуть осталось, но я решила вам покажу, потому что это средство, ну, количество я, естественно, в следующий раз доиспользую, начну следующее, может быть на ручки-ножки использую, потому что тут для одного раза чуть-чуть маловато. Ну, в целом, хочу про это масло сказать, что это действительно масло. Оно жирненькое такое, его надо немножко на все тело. Распределяется хорошо, впитывается хорошо. Аромат сливочное какао. Вот как-то так пахнет. Корицу я здесь не чувствую, ну разве что только совсем отдаленно. А вот какао, масло какао у меня как бы вот так вот сливочное такое какао получается. Вот. Классное вообще средство. Иринка, спасибо, я прям наслаждение получила. Как я сказала, уже достаточно экономное вот это масло. Мне вот этой баночки 100 мл хватило на 5 раз. И вот еще чуть-чуть осталось. Либо на ножки, либо на ручки, либо в очередной раз я доистрачу. Ну, а потом уже и выкину. Следующую хочу линейку показать. Это от Faberlic. Трехшаговая ступень. А, Б, С. Это программа очищения. Так, вот так это выглядит. Она немножко зеркалит. Эту программу мне присылала Юлюня. Юлюня Мака. Так, был ее ник на Ютубе. Юленька, к сожалению, куда-то пропала, ушла. Канала теперь нет. Но я надеюсь, что, Юля, хотя бы иногда забегаешь на Ютуб, смотришь нас, пусть даже по-тихому. Если это так, то огромное тебе спасибо и большой-большой привет. Давайте я расскажу вот про эту трехступенчатую вещь. Здесь идет такая программа. Сначала идет химический пилинг с анокислотами. Это шаг А. Вы его наносите. 10 минут держите на коже. Прям как маска получается. Вот. Потом вы его смываете. Наносите второй шаг. Это микродермабразия, да. Через камеру не вижу. В общем, микропилинг это идет. Уже он такой не грубый, легкий пилинг. Пилингуетесь. И после этого пилинга опять смываете
с лица все и наносите крем СОС терапии восстановления. Шаг С. Вот этот крем я хочу особо отметить. Вы знаете, девчонки, ну, если интересует мальчишек, то мальчишки. Этот крем настолько классный, что его можно вообще как уходовое средство, мне кажется, использовать просто на лицо. Он очень мягкий, классный, легко впитывается, не оставляет никаких жирных пленок, чего-то такого. Давайте я вам покажу, как выглядят все эти три штучки. Так, шаг Б открыла. Сейчас шаг А покажу. Шаг А очень удобный. Вот это вот первое средство. Идет очень удобная помпа, вот такая вот. Легко выдавливаете на руку. И он не густой, поэтому достаточно экономично идет. И третий шаг, шаг С, тоже в тубе. Тут 40, по-моему, да, 40 миллилитров. Выглядит вот так. Шаг С у меня еще осталось в креме, потому что я пользовалась не так часто, но шаг С я использовала все-таки после первых двух, и он более экономно расходовался. В целом мне эта программа очень понравилась. Единственное, что многие девочки отмечают, дороговато. Ну да, цена, конечно, дороговато, но если использовать вместе вот с шагом С с кремом, то мне кажется, ну можно использовать. Лицо очищается хорошо, и в целом вот очень приятные ощущения. Потом на лице оно прям чистенькое, ровненькое, такое мягенькое. Дальше. Давайте я покажу, какие у меня еще средства закончились. Это будут уже маски. Ну вот еще скраб попался. Я этот скраб показывала уже в ролике, во влоге, в болталке. Хочу отметить, что, во-первых, ну, я уже забываю, да, кто мне подарил. Приехал ко мне от Оленьки. Так, от Оли Крюковой, да, вспомнила. Оль, спасибо тебе большое. Вот этот вот скраб я могу в нем отметить как плюсы, так и минусы. Он неплохо скрабирует лицо. Тут в плюсе еще то, что в 15 мл вот в таком пробнике я им пользуюсь. Я скрабом пользуюсь всегда перед маской. Вот так, два раза в неделю. И мне его хватило почти на 3 недели, по-моему, вот так. Долго. 15 миллилитров – это много. Минусы в этом креме, что очень густой сам крем. А если его много выдавить на руку, то получается, вы как бы одним кремом моете лицо. Если чуть-чуть, как, наверное, лучше использовать его, то скрабинок уже будет достаточно казаться, и нормальное будет скрабирование. Главное не переборщить. Но вот это большое количество, я думаю, в тубе, если много крема и большое количество, то будет очень-очень долго использоваться. Так, еще из ухода кое-что покажу. Я тоже во влоге это уже показывала. Вот такой набор. Этот набор я заказывала на Фармакосметика. От Natura Siberica. Вы знаете, это очень классное оказалось средство. Во влоге я подробно говорила, даже вопрос задавала, если кто смотрел. Но на мой вопрос никто не ответил. Я думаю, мне только сама компания может ответить. Сейчас объясню для тех, кто не смотрел. Интенсивный двухфазный биокомплекс для лица Anti-Age. Давайте я вот так покажу. Попробуйте прочитать. Тут надо смешивать две фазы. Это биооснову с сывороткой, с активирующей сывороткой. Должно и омолаживать, и выравнивать лицо, и упругость придавать, мимические морщины убирать, здоровый цвет давать. Ну, в общем, овал лица выравнивать. Ну, в общем, очень много всего хорошего они обещают. Ну, что я говорю, вот я тут вспоминаю по памяти, да, тут все написано. Подходит для любого типа кожи. Разница в том, что для кожи жирной надо 5 капель биоосновы и 3 капли сыворотки. А если сухая кожа чувствительная, то нужно 5, 6 капель биоосновы и 2 капли сыворотки. Вот так.
И через 10 минут, когда вы нанесете, излишки можно удалить. Но если вы нанесли нормальное количество, то излишек не будет. Пользоваться надо 14 дней, потом 2 месяца вроде. А потом 2 раза в неделю, вот так. Через 2 месяца, да, курс повторять через 2 месяца. В общем, у меня вот этого количества хватило на 3 курса. Минус, единственный минус, это то, что то средство, которое нужно 5-6 капель, оно закончилось. А то, которое надо было 2-3 капли, оно почти полное. Очень жаль, что компания это не доглядела. Лучше бы они вот этого сделали 10 мл, и тогда было бы ощущение, что набор закончился, я его использовала. Тут я вылизала буквально, наизнанку вывернула эту биооснову, но вот это вот средство осталось. Очень удобные были пипетки. Единственное, что вот эту пипетку использовать было удобно, она прекрасно капала. А вот то, что касается биоосновы, то она достаточно была густая, и пипетка не справлялась. Мне приходилось потом просто вынимать пипетку из пачки, но в этой биооснове вот так вот на руку, опять окунать, опять еще часть на руку. Чуть ли там не ватной палочкой в конце, не чуть ли, а ватной палочкой уже, вот я тут последнее выковыривала и переворачивала, и прямо на руке я смешивала. Хотя в комплекте вот таких вот было 10, по-моему, стаканчиков, и так, где тут ложечка, еще должна быть где-то ложечка, куда-то она убежала, вот. И еще вот такая вот ложечка. Вот ложечки я использовала. То есть я этой ложечкой на ладошке вот так вот все перемешивала. Очень понравилось средство. Действительно, лицо на глазах хорошело. Ну, а вот эту вот, получается, оставшуюся сыворотку я буду вынуждена просто выкинуть. Вот эти средства я себе оставила для памяти. Ну, чтобы воспользоваться, может быть, с другими продуктами, когда надо тоже что-то смешивать, они у меня остались. Это я вам показать доставала. Вот, то есть вот этот набор понравился. Если у вас возрастная кожа, я советую приобрести. Он в районе 800 рублей, кажется, стоил. Не помню точно. Дальше. Так, давайте маски я вам покажу. Вот такая маска для рук вместе со скрабом от Эвелин. Ко мне приехала от Оленьки. У Оли есть тоже канал, Миссис Смит называется. Привет тебе, Оленька, огромный. И большое спасибо. Оля мне много средств присылала, но вот в этот раз попались только масочки. Хорошая маска. Вы знаете, единственное, что после пилинга хорошо руки очищаются, все прекрасно, пилинг отлично работает. А вот маска-сыворотка, она питательная, хорошая, но ее какой-то вот короткий эффект. Вот вроде жирненько на руках, но через какое-то время хочется опять нанести крем для рук. Может быть, это потому, что сейчас зима. Но в целом мне очень понравилось. То есть маска действительно вот на ночь была хороша. Днем она жирновата. То есть, ну, это была действительно маска, понравилась. Следующие две маски ко мне приехали от Настюши. Настюша Гиммельштейн, очень такая у нее красивая фамилия. Настюш, спасибо тебе большое. Первая маска, первый раз я попробовала такую маску от Тони Моли. Хотелось мне попробовать что-то от этой компании. Мне эта маска понравилась, давайте вот так поближе покажу. Она идет только на лицо. Тут рисовое вино входит, да, маска. Вот. И чем мне эта маска понравилась, я вообще люблю маски, которые не надо смывать, а надо остаточки подушечками пальцами вбить в лицо. Вот мне это очень-очень понравилось как раз. Тут, так, давайте вот так я вместе с вами почитаю. Вот и тон кожи выравнивать обещала, и здоровый вид придавать. Ну вот она, да, вот особо я не чувствовала, чтобы там сильное питание какое-то дало.
Она вот как-то улучшала цвет лица и как бы освежала немножко. Такие маски лучше не делать на ночь, потому что толку не будет, вы ее не почувствуете. Это когда с утра проснулась, вот освежиться, чтобы такой выспанный вид был приятный. Вот эта маска хороша для такого времени дня. И еще одна маска тоже мне приехала от Настеньки, это Вилента женьшень. Маска тонизирующая, омолаживающая с экстрактом женьшеня. 25+ коллагеновая маска. Вот эта маска чем была хороша? Она шла и для шеи. Давайте я вам ее покажу. Ее, хотя надо было смывать, я ее оставила. Я хотела показать, посмотрите, я ее высушила, она колом стоит. То есть она очень плотная. Вот бывают маски, они прям аж рвутся. Это такая прям плотная. Вот, и она шла действительно на шею. Единственное, что так мало места на подбородочек. Видите, прям очень-очень мало вот после рта. И вроде сразу тут вот шея. Вот, как-то обделен был подбородок. Но в целом вот эта маска, ну, уж не буду я тут вас пугать этим Каспером. Эта маска мне понравилась, я ее делала прям буквально сегодня с утра. И хорошо освежает, так тонизирует действительно. Ну, приятно было. Так, следующая маска, еще одна у меня закончилась. Это для области глаз. С акулим жиром, с фармакосметики я ее заказывала. Она идет от морщин, отеков и мешков под глазами. Действительно, она осветляет немножко глазки. Маска чем хороша, она идет и на века, и на область под глазами. То есть и над глазками, и под глазками. Отеки она убирает, если, например, вы знаете, вот с утра утренние отеки, не природные отеки, с которыми вы, может, живете, она не справится. Но если вы там вчера поели селедочки, сегодня чуть-чуть отекли или чуть побольше водички выпили с вечера, то она вот такой отек может освежить, снять. Темные круги, ну, дает, вот она небольшое освежение дает. Эта маска двухфазная, на втором этапе идут керамиды. Вот эти керамиды, их тут очень-очень много, их все не использовать, если только просто так на другие дни оставлять и чуть-чуть использовать. Их очень много. Вот про керамиды хочу сказать. Многие их не любят, говорят, липкие. Девчонки, в таких случаях, мне кажется, ну хотя бы полчаса потерпите, а потом смывайте. Можно так. Но лучше ими пользоваться, потому что они делают свое дело. Мне эти керамиды очень нравятся. Их надо либо совсем тонюсеньким слоем, вот просто вот капельку, хотя тут их много, а вот они тут остались. Сейчас я вам... Ну, вот этого вот количества на все лицо хватит. Вот реально. То есть вот. Смотрите, какую область могу захватить. И уже ничего не липко. Ну, оно липковато, конечно, это уж я тут утрирую. Но в любом случае, вот такое количество, оно быстро впитывается. И не так долго вы будете как бы страдать от того, что, ну, вот уже не липко. А если погуще, конечно, вы будете прилипать до утра и так с подушкой утром и встанете вместе на лице. Поэтому, либо, если вы побольше нанесли, через полчасика смыть, а если чуть-чуть, то, я думаю, никаких проблем не будет. Но лучше, если нет аллергии на эти керамиды, ими лучше пользоваться тоже, потому что они тоже делают свое омолаживающее действие. Так, и еще одна маска у меня закончилась тоже. От Оленьки Крюковой она ко мне приехала. Вот такая красотулечка банановая. Просто банановое наслаждение было. Пока я ее использовала, была просто ароматерапия какая-то. Очень приятно-приятно пахнет она. Что за фирма? Ну, тут, наверное, видно. Питание витаминами и микроэлементами. Да, тут шла маска питательная. Давайте вот так поближе покажу. Тут написано с экстрактом банана. Так, поближе покажу, может, кому-то будет интересно. Я обычно, вот смотрите, тут 10-20 минут, я всегда по максимуму лежу. Вот. Эту тоже не надо смывать, надо было массировать, чтобы оно, остаточки впитались. Эта мне маска тоже очень понравилась. Я хочу, знаете, что про маски еще сказать?
Вот которые не идут на область шеи, лучше не полениться, а когда сняли маску, вторую сторону развернули и на шею наложили. То есть, потому что, как правило, здесь жидкости достаточно, можно даже еще ее помочить снова. И пока вы принимаете эту спа-процедуру, ну еще не обделяйте шею, область груди, поэтому маску можно еще на 20 минут, ну или хотя бы на 10 минут вторую сторону использовать, и жидкость оставшуюся на область шеи и декольте. Женщины должны это место беречь, потому что шея и грудная часть, она может стареть даже раньше, чем лицо. Поэтому, девчонки, берегите эти места своего женского тела. Все, с масками я закончила. Давайте я вам покажу еще чуть-чуть декоративки. И вот один такой, такая водичка закончилась. Это для меня дневной вариант от Avon. С ежевичкой, по-моему, или малинка. Как-то вот она такая розовенькая была. Оно вот тут написано, что это. Вот. Вот такой аромат очень понравился. Это дневной такой домашний аромат. Тепленький, компотный, приятный, неудушающий. Вот прям уютный-уютный. Вот такой. Если вы любите компотные ароматики, то этот вам понравится. Даже вот просто флакончик понюхать — одно удовольствие. Классненький аромат. Понравился. Повторять я не буду, потому что, знаете, у меня такие вот ароматы, они как одноразовые. Вот, когда была новинка, выпустили, купили, попользовались, и все, и я про него забуду. То есть я по нему скучать не буду. Ну, такой легкий, домашний, приятный был аромат. Дальше, от Нивея. Вы знаете, я себя чувствовала героем, когда я поняла, что все-таки это масло для губ у меня закончилось. Я им пользовалась больше года. Может быть, год и 3 месяца, где-то вот так, с осени, ну, вот, год назад. Тут 16,7 грамма или 19 миллилитров. Аромат крем-карамель. Многие девчонки, я слышала, говорят, что не очень нравится этот аромат. Мне очень нравился. Прям с огромным удовольствием я пользовалась. Сейчас я вам попробую показать. Вот достаточно жидковатая такая текстура. То есть, не, вот когда набираешь пальчиком там, то можно лишнего прихватывать. Поэтому, а так как это масло, то оно такое конкретное. Поэтому надо совсем было чуть-чуть. Поэтому хватило на очень долго. Каждый день я не по одному разу использовала. В летний период только на ночь. А в зимнее время губы подсыхают. Я использовала вот больше года. Время от времени заканчивались, конечно, и гигиенические помады, бальзамчики для губ. Но очень мало за год закончилось. В основном я использовала это масло. Ну, как я сказала, аромат для меня карамельный, приятненький такой был. Понравилось. И я просто герой, что у меня закончилось даже эта вот баночка. Я не рассчитывала. Так, и чуть-чуть. Два предмета декоративки. И покажу вот такой еще лак. Это был прозрачный лак от Jean Michel. Покупала я его в фикс-прайсе. Здесь, наверное, миллилитров 12-15. Нет, не вижу. Нигде не написано. Ну, много. Миллилитров тут много. Мне нравятся вот эти вот лаки. Таким бесцветным я всегда закрепляю, когда мне делают наращивание, ну, коррекцию, да, потом надо же обновлять, например, я 3 недели хожу, и раз в неделю или раз в 5 дней я жидкостью для снятия лака верхний слой вот такого лака снимаю, обновляю, и вот и блесточки блестят лучше, и такое освежение дает ногтям. Поэтому у меня всегда такой лак есть, прозрачный, любой компании. Но вот этот был хороший, беспроблемный такой. С удовольствием пользовалась. Так, и декоративка. Совсем-совсем чуть-чуть. Тональный крем мне дарила Катюшка Путякова. Это от Faberlic, идеальный тон, матирующий тональный крем. Вот этот крем, он настолько был беспроблемный. Я не знаю, какой тут цвет.
Я не знаю, есть ли они сейчас, но вот давайте я вот так покажу. Если вдруг они есть, то вот такой вот был оттенок. И он мне очень-очень подходил. Без всяких проблем его наносишь. Не знаю, выдавлю ли я сейчас. Нет, давайте вот здесь за кадром попробую, потому что мне он закончился. Ну вот реально, реально закончился. Ну вот кое-как я тут надавила чуть-чуть со всей силы. Вот. На первый взгляд кажется темноватый, но он так хорошо выравнивает, так хорошо подстраивается. И на коже себя ведет хорошо. Его можно припудривать, можно не припудривать. Он заявлен как матирующий, действительно матирует. Но я люблю подстраховываться и сверху наносить, по крайней мере, ну, это мне так удобно, пудру. Потому что вот он хоть и матирующий, но вот небольшое свечение остается. Ну, может быть, свечение у меня вот от этого масла, конечно, осталось. Но я еще добавляю всегда пудру. И от Надежды, Надюшка, огромное тебе тоже спасибо и большой-большой привет. Надежда Полнокс, это такой ее был ник на Ютубе, сейчас она потерялась, не знаю, не снимает ролики. Но если смотришь, Надюш, спасибо тебе вот за это средство от Max Factor. Это был корректор в оттенке Ivory 303. Он закончился, все не крутится. Наверное, ничего уже не покажу. Неплохо он корректировал, синяки под глазами сильно не скрывал, но достаточно хорошо выравнивал все равно общий вид. Такой средний, ближе к хорошему корректор. Бывают более плотные, там бывают более там работающие, но это был такой вот рабочая лошадка, неплохой корректор. Если не сильные проблемы, он даже очень хороший. У меня просто такие синяки, что не каждый корректор их закрасит. Вот столько во вторую часть попало у меня пустышек. Наконец-то я их доснимала. У меня корзинка теперь пустая. Может, ее снова собирать. Наверное, надо побольше купить корзинку для пустышек. А то у меня что-то из нее все время выпадает все. И на этом я, наверное, закончу свой ролик. И встретимся уже примерно через месяц, когда накопятся следующие баночки, и я расскажу свое мнение о них. А сейчас всем спасибо за внимание, всем до новых встреч и всем пока.